Добрый вечер. Сегодня мой собеседник Константин Кинчев, музыкант, лидер группы «Алиса». Здравствуйте, Константин. Здрасте. Как вас удобнее называть, по имени, отчеству или просто? Это как вам удобнее. Мне удобнее по имени, так ближе. Скажите, вы такой вот, я готовился к интервью, посмотрел внимательно, что можно было найти в дебрях интернета, там много чего есть. Но вы такой человек, как мне показалось, протестный. С детства такой протестный человек. Трудно быть протестным? Я себя таким не считаю. Никогда не считали протестным? Нет. Ну, не знаю, там вот пишут, что, допустим, в комсомол выступили, там, не знаю, там, чтобы как-то в пику родителям, если это правда, да, на протест какой-то внутренний был у мальчишки. Ну, комсомол вступил, так же из него и вышел первым в школе. Не из чувства протеста поступали? Меня исключили просто. А за что вас исключили? Ну, не знаю, видимо, за мое поведение. Оно было не славился. То есть строителем коммунизма вас трудно было назвать в то время? Весьма. Весьма, понятно. А еще такой вопрос задам я, у меня фамилия Ярошенко. Трудно быть русским сегодня, как вы думаете? Это Ярошенко задает вопрос Кинчеву? Да. Мне русским быть почетно. А что такое быть русским, на ваш взгляд? Много я сегодня об этом говорю. Не знаю, каждый в это вкладывает свое. Ну, а ваше? А мое это локальное понимание того, что Господь сподобил родиться здесь, и это великое счастье для меня. Многие считают, что любовь в России... к своей земле. Сегодня многие считают, что в России жить трудно, свалить хотят. Там. Ну, кто хочет сваливать, пусть сваливает, вроде как дороги-то открыты. Понятно. А чем вам тут комфортно жить, именно на этой земле в России? Я не говорил, что мне комфортно жить. Ну, счастье, вы сказали, родиться здесь. Да. В чем это счастье? Быть причастным к великой истории страны. Вы интересуетесь сегодня за тем, как живет наша страна? Не знаю, за социальной жизнью, за политической или как-то немножко? Ну, я наблюдаю, да. Только наблюдаете, не участвуете? Ну, я вообще асоциальный элемент-то. На государство не трудился никогда, только на себя. Налоги-то платите и спите спокойно? Ну, значит, те, которые приходят, те и плачу, конечно. Ну, так, если наблюдаете, вы же художник, как человек такой с глубоким миром. Так слушайте песни, я, в общем, по сути-то ретранслятор. То, что чувствую, то и отражаю. То есть все в ваших песнях, да? Конечно. Вы много гастролируете? Вот сколько в году, не знаю, времени примерно приходится на гастроли? Думаю, все время в дороге, в общем-то. Ну, бывают перерывы там, не знаю. Бывают перерывы, да. Какова жизнь за окном в России? Вот так вы смотрите на эту жизнь? С окна самолета, автомобиля, там общаетесь с людьми, ездите? Ну, жизнь так, на выживание больше похожа. Правда? Да. И ничего не меняется, на ваш взгляд? Нет. Телевизор... Горстка людей гребет под себя, все остальные выживают. Телевизор включишь, говорят, 24 часа в сутки, ну, что слушайте, «Газпром» – национальное достояние. Ну, национальное достояние десятка, может быть, сотни человек. То есть не меняется, наверное. Поэтому к национальному достоянию это не имеет никакого отношения. Понятно. Вопрос задам, может быть, немножко трудный для вас. Амурская земля для вас чем-то особая? Нет. Нет? С Амурской землей у меня ничего не связано. Ну, здесь оборвалась жизнь близкого для вас человека. Ну, и поэтому у меня ничего не связано с этой землей. Понятно. Никаких... Она ничем для вас это не отличается? Ну, я, допустим, к Владивостоку прикипел. То есть Владик – это любимый, один из любимых городов. Благовещенск нет, потому что мы здесь всего третий раз за 30 лет. Поэтому. Ну, я хотел бы что-нибудь хорошее сказать о Благовещенске, я его не чувствую. Да я не тяну с вас, это хорошего, мне просто интересно ваше. Константин, вот для меня вообще непонятна природа рождения стиха, природа рождения рифм. Для меня тоже. Тоже? Это как? Вот.
Это вот так, да. Изнутри прет, и только успевай записывать. Я недаром сказал, что я ретранслятор. Я транслирую то, что мне дается. Я с благодарностью это принимаю. Все. Абсолютно все, без всяких фильтров? Нет, обязательно с дальнейшей обработкой. В процессе того, когда песня пишется, не очень понимаешь, о чем она вообще. А потом, когда ты прорабатываешь текст, который у тебя получился, то уже понимаешь. И там большая еще работа кропотливая происходит по огранке того, что принято. Вас задевает, раздражает порой некое понебратство публики, сказать, ой, Кинчел, привет, там, давай сфотографируемся, там, или еще, ну, люди же разные. Не, ну, сказать, что не раздражает, в общем, покривить душой, наверное, но это зависит от настроения, да, иногда раздражает, иногда нет. Когда раздражает, пытаюсь как бы смиряться, потому что, в общем, я добровольно встал на это поприще, и прекрасно понимаю, что человек публичный, да. Если люди хотят сфотографироваться, я, как правило, не отказываю. Единственное, у меня глаза болят, поэтому прошу без вспышек или в очках. И самый последний вопрос. Чего хочется от жизни еще, честно? Я жизнь люблю, поэтому хочется жить. Просто жить? Да. Как Ахматова говорила, смотреть на небо и молиться Богу? Ну, так это такая простая работа под названием «жить». Чем я, в принципе, и занимаюсь. И самое последнее, что больше всего радует и печалит в этой жизни? Так в этой жизни на Земле? Ну да, другой мы не знаем. Кроме рождения внуков, здоровья детей и благополучия в семье. Радует только благополучие в семье. То есть все земное и людское? Ну, то есть и локальное очень. Локальное. Потому что это мое. А вы локальный? Ну, конечно, я приоритет уже давно построил. Поэтому семья для меня в этой шкале ценностей занимает второе место. После Бога? Да. Счастье, когда вечером домой идешь, и в окошке свет горит. Вы знаете, я так могу возвращаться домой только с гастролей. Конечно, это всегда приятно. А так я домосед, я сижу дома в основном. Когда я не на гастролях, я просто тупо лежу на диване, смотрю телевизор или занимаюсь музыкой. И вам комфортно? Да. Это были простые вопросы для музыканта Константина Кинчева. Мы говорили о душе, жизни и о том, как комфортно находиться дома. Всем добра и здоровья. Берегите себя и до свидания.